Хей, окей, с вами Шмики, мы продолжаем проходить руху под названием Shadow Warrior. А, на самом деле я не помню. Ну, я как бы вспоминаю. Так. Вау. Как там? Это хил. Право-право. Я понял, все. А. Так, дробовик. Я не помню одной вещи. Мы тогда с вами, кажется, отбили нападение толпы. И было показано, что еще новая толпа, да, сюда бежит. Хорошее начало. Круто. Она. Ай. Я не помню. Кажется, альтернативного огня у меня, огня здесь у меня нету. Или есть. Так, плюс карма. Не знаю, пойди и попадай в голову. Призы. А, все, готово. Окей. Термический приз. О, ящик. Здорово. Бац. Блин. Это куда мы сейчас, в подвал? Бац, бац, бац. Бац, бац. Я помню, что мы проходим только с помощью... О, достижение. Хедшот. О, щит. Ой, май. О, май гад. О, май гад. Ярость активирована. Надо килимся. Короче, я понял, проблемы начинаются. О, как приятно. Куда идти? Кто его уже помнит? Я уже не помню. Кажется, тут где-то это должно быть. Так, бац, бац. О, птичка. Как она называется? Мы же генератор, да, отключали?
Вот зараза. Бац. Нужно приготовиться, потому что сейчас, я думаю, начнется жестко. Один взрыв, и я почти дохлый. Как играть? Мне кто-нибудь напомнит? Если оно светится, значит мне туда. Значит, я туда не иду. А еще этот нитя. Мокрый пол. А, мне интересна прокачка. Катана. Пистолет. Боеприпасы. Не надо, не надо. Мы тогда хотели потом прокачать, если не ошибаюсь. Так, здесь у нас нихуя. Здесь, короче, когда уже получим, тогда посмотрим. Ладненько. Готовимся. Я знаю, что сейчас мясо будет. Ладно. Док номер 5. Пойду прямо, попаду в засаду, да? Здорово. Предсказание. Живи каждый день так, будто он последний. По крайней мере, сегодня, потому что... Ох, нет, буду портить сюрприз. Считай, ты почти его испортил. Да, это его почти испортил. Подожди, тут точно ничего нету. Тут ничего точно нету. Не может быть. А-а-а. Там статуя. У нас там статуя. Блин, я говорю, я не... Сколько времени не играл, и все. Минус скиллуха. Считайте, забыл, как играть. Реалистичность. Да. Очко кармы плюс. Ну да, да. Хорош.
хилимся. Хилимся. А, у меня еще сердце есть, оказывается. Плюс аптечка. Тут понятно, хорошо. Так, очко кармы. А, душевный голод, это все это та энергия. Это вкачанном. Ненужным. Что мы тут вкачивали? Так, это голова демона, да? Оружие. Та-та-та, другой там начинает использовать голову демона. А я не помню, стоит. Те, кто вкусил энергию душевную, иногда становится кровожаднее, похищая души, длится на 50% больше. А, после никто не узнает вашего внимания, нахождение давайте на патронов. Обнаружен внутреннее хранилище, быстрее. Эта техника позволяет дальше наглядла, шторм, ветер, скорее бег, повышается на 30. Сила скорости восстановления энергии повышается на 20%. Обнаружен внутреннее хранилище позволяет вам выдержать повышенные нагрузки в течение более длительного времени, запас энергии повышается на 20%. Лучше так. Опнусь я не скоро. Поэтому об этом можно забыть. Там, где тут проход? Так, вот проход, да? И там есть какой-то проход. А, это, в принципе... А, да-да-да, вот это, ну, кажется, место или нет. Где я упал. Так, вижу раз сундук. Так, я вижу аптечку. Вижу сундук и аптечку. Это чё такое? Морской червячок? Там жопка. И я слышу звуки статуэтки. Не это я имею в виду. Вот это называется плохая карма. А, тут был зум. Найс. Классно. Так, раз. И все? Почему только тут стоит туя? Больше статуток нету? Серьезно? Подождите, в смысле? Так. А как так? Окей. Попе. А, тут еще есть проход. И все. Мне кажется, либо мне что-то не договаривает. Тут точно больше ничего нет. Mm.
Ведь тут можно что угодно потерять. Да, серьезно. Только аптечка. Странно. Ну ладно. Странно, ну ладно. Странно, что в настройке больше ничего не было. О, я их слышу. Тут тоже, да, ничего нету? Сверху. Там валяется что, но это скорее всего не то, что мне нужно. Так, ладно, подожди. F5. Ясно, ладно. Короче, тут нихера нету. Я что-то, можете не благодарить. Я здесь. Я точно слышал выстрел, солнце. Это наш дружочек снова развлекается. Ты правда веришь, что он достанет нас на Каге? А почему бы и нет? Он придет сюда только при приказе госпожи Зилы. Помни, что нам о нем говорили. Умелый, но предсказуемый. Нам-то не страшно. Зила знала о легенде. Ему нужно вести артефакт. Итак, когда вы посвящались, ты хотел сказать, когда я вижу напарниками, не волнуйся, я тебя прикрою. Нет, это я имею в виду. Они думают, что я сделаю по приказу Зилы. Ага, конечно. О. Ничего. Привет, Усик. Это Шмидт. Это Шмидт. Ну вот это уже что-то новенькое. Новенькое. Яночка. Это вам уже не так, что в воде купается. О, а теперь можно идти с чистой душой. Вперед. А? Я тебя понял. Ах, чёрт! Да, слышь? Я не понял, почему у меня так ХП улетает. В случае с мастерством... Это точно.
Я не понимаю, почему они мне так сильно пробивают это. Да. Я не понимаю, почему меня так сильно пробивает. Вот они должны. Они рисуют этот шипучий повсюду. Давай найдем ее и свалим отсюда. Мама, это чего? Рили так меня много наносят по хп. Так и отъехать легко можно. Ебого. Так, ладно. Поехали. Мне нужна магия. Так, это поток. Лечение у нас все вкачано. Все вкачано. Так, силовая кожа. Практика тихого панцирства. Теперь щит блокирует 50. Ага. Это полезно теперь. Когда я понимаю, что меня так сильно пробивает. Давай сохраним игру. Сохраним игру, сохраним. Окей. Ну, я должен был это сделать. Ух ты. Новый огнемет. Всегда хотел им поиграть. Гарри, гарри, ясно. Ну, с огнеметом нет. Sorry. Может быть, потом. Когда-то. Новое задание. Используйте клапан, чтобы... Да ладно. Серьезно? Серьезно. Решили пострелять, превратить его в лиц фарш. Так, я скоро я апнусь. Материя бесконечна, но ее время хватает кому-то на штаны. Материя бесконечна, но кому-то не хватает на штаны. Там что-то есть.
умно, умно. Че? А что мне дало? Что-то я не врубился. Мне нужно рычаг найти. А, да. Ух. Что новенькое есть? Man, you used to be a demon, whatever. Плевать. Ой. Привет. Пока. Упс, сори. Огнемет я брать не буду. Я понимаю, что могу огнемет взять и... Такого не хочу. Чем мне этот огнемет нужен? О, деньги. Я могу себе этот вкачать уже. Комары? Куда не хочу идти? Пам. Пам. Не хочет. Окей. Он садится в воду тоже не хочет. Так, смотрим, что у меня по патронам. Надеюсь, выбраться мне отсюда дадут. То, что я смотрю на вот это вот. На куча бочек. Чё? Йоу, девчат, как дела? Я с ними драться буду. Это же наш персональный спаситель. И ждать его пришлось не больше года. Извините, дамы, я просто деревенщина. Когда Зила сказала, что нам ты можешь провести вторжение демонов, мы решили, что он шутит. Но, дорогой, ты произвел на нас впечатление. Зила знал о демонах? Если бы ты выполнил свою работу, ничего бы этого не случилось. И Мизяка целая армия была. Не стоило отправлять любые результаты один. Тебе послали добыть Дзакаги. И как ты, мы, ты облажался. И вас, девочки, странное понимание слов «облажался». Он у него? Все странче и странче. Когда вы закончили болтанию, вы должны заметить спасением вашего положения. Ладно, мы займемся позицией бывшего, и может тебе дать так мадрису, и завтра взять тебе. Это должно работать? Я не думаю. Проверка 1, 2, о, супер. Запомнили, что я сказал? Не забудь. Так, я забыл мои пересы. Мне больше нравится, когда ты тупой и очаровательный. Я тебе говорила это. Ты говорила, да, дорогая. Handle the stabbing and shooting. You take care of the dying.
Класс. Отчет. Ну, вы видите... урон. А, все? Так быстро? Да чё так карму мало дают? Пипец. Да, здесь не пройти. Теперь мне типа нужно обратно, да, возвращаться? Айс. Ну, айс. Подожди, мы ж воду, да, убрали? Здесь тогда было затоплено. Или нет? А, тут было затоплено. Окей. Зела нужна эта штука. Энри нужна эта штука. Этот меч кажется просто самое, что у него есть. Вау. Я фанател за этим мечом еще до того, как это стало мейнстримом. Тебе стоило переехать в Порт и создать... Серьезно? Я не хочу туда идти. Там эта херня ходит. Понимаете, это очень сложно. То есть мне уже враги наносят очень много урона. А, поехали. I'd say you've seen better days, sweetheart, but I doubt that's true. Великолепно. Этих тварей здесь больше, чем я думал. Главное, чтобы их слишком много здесь не было. Ладно, где там мы? Ага. Так, хилимся. Дробовик. Ладно. Big stinking weapons. А что сказать, любимое оружие? Оно любимое. Прилетели. Еще налетели. Стреливай, дерьмо, все равно, что стрелять людям без... Что, по лимонам?
Так, перезаряжаемся. Ищем, что тут еще есть. Походу, это последнее оружие. Так, больше здесь, походу, ничего нету. Ладно, показалось. Два не показалось. А, что это меч танкера делает? Вообще-то это не танкер, это глубоководная бурильная платформа. Это все объясняет. Это корабль поднимает находку с морского дна. Так, меч от сегодняшнего океана. Он довольно умен, если его времен... Время не погибнет. А, все. Мне кажется, я что-то не нашел. Да. Я много урона получил на самом деле. Понимаете, здесь стали сейчас локации не очень интересны. Почему? Если там были у нас города, более что-то интересное, там кладбище. Здесь у нас однотипно. Доки. А наподобие фабрик, это заводы всякие, да? И снова вот порт корабля. Ну, типа, первая картинка док, или это часть корабля внутри. Второе корабль, третье корабль. Поэтому я, короче, думаю, давайте, наверное, на этом закончим с вами. Поэтому, хотя сейчас все равно интрушку пока что и закончу. Долгая загрузка. И все происходит ночью, понимаете? Я не знаю, почему враги такие жесткие становятся позже. Я чисто с мечом уже не могу выдерживать. В этом приходится брать автомат. Ну, понятное дело, что против обычных и меч сойдет. А 10 глава всего их 17. Мы будем придерживаться отсутствия плана. Вы осознаете, да, вот эту громоздкость, сколько еще серий будет? Попасть на корабль, чтобы убить Шевра. Что это за твари? Они повсюду кишат. По возможности, держите дистанцию, они просто так назойливы, и они пришли за мечом совсем как мы. Но откуда они взялись, дорогуша? Вы это Зиле не спрашивали? Мы выполняем приказы, вопросы мы не задаем. Так зачем же менять привычки? Ладно, давайте, короче, я думаю, тогда на этом сохранимся. И, в принципе, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.